озвучено проектом HSP Wolfsoith. Приятного просмотра. Ничья вещь. Так, вы хотите историю? Когда-то я знал довольно много историй. Среди них были и смешные до коликов. И такие страшные, что и слушать побоишься. Но я их всех позабыл. Расскажу, пожалуй, как я нашел ничью вещь. Это случилось много лет назад. Я гулял по пляжу. Как обычно, я неустанно искал бутылочные крышки для своей коллекции. И тут я увидел эту вещь. Она ничего не делала. Она просто была. Какая-то странная, потерянная. Казалось, никто не замечал эту вещь. Видимо, все были слишком заняты. Привет! Вещь оказалась дружелюбной. Весь остаток дня мы играли вместе. Было очень весело. Но все время мне казалось, что что-то не так. Время шло, но никто не приходил забрать вещь домой. И я больше не мог отрицать страшную правду. Вещь была ничья. Я спрашивал людей вокруг об этой вещи. Я отвел вещь к Питу. У Пита было свое мнение обо всем. Он сказал: «Круто». Он точно не знал, что это была за вещь. Но, как всегда, сказал, что все физические проявления могут быть зарегистрированы при помощи тщательного осмотра, сопровождаемого измерениями и опытами. В конце концов, Пит пожал плечами. Наверное, эта вещь просто ничья, и, скорее всего, ниоткуда. «Бывают такие вещи», — сказал он. «Они просто ничьи».
Мне пришлось взять вещь домой. Но мои родители... Я знал, мама побоится, что у вещи грязные ноги. А папа решит, что вещь заразная. Они хотели, чтобы я вернул вещь на место. Но она потерялась, сказал я. Но их это не убедило. Я спрятал вещь в нашем сарае. Я сам думал, что делать дальше. Я же не мог просто выгнать ее на улицу. Ничья вещь выглядела довольной, но я не мог вечно ее прятать. Родители бы заметили, когда искали бы молоток или что-нибудь еще. Я не знал, что делать. Порядок вашей повседневной жизни нарушен? В нее вторгается что-то непонятное? Безымянные объекты? Объекты неизвестного происхождения? Просто не пойми что? Без паники! Мы знаем, куда их деть! Министерство всякой фигни! На следующий день мы проехали весь город на трамвае. И добрались до высокого серого здания без единого окна. Внутри пахло дезинфекцией. «У меня тут ничья вещь», — сказал ей секретарша. «Заполните бланки», — ответила она. Я оглядывался в поисках стола, но тут кто-то прикоснулся к моей руке. И я услышал чей-то тонкий голос. Если тебе и вправду дорога эта вещь, не оставляй ее здесь. Это место, где я еще забываю. Не сюда. Ладно, возьми. Спасибо, сказал я. Похоже, это был какой-то знак. Какой-то несолидный. Но он указывал направление.
конце концов, мы нашли это место. В каком-то маленьком углу маленькой неприятной улочки. Это было такое место, которое можно только найти, если ты его специально ищешь. Я все еще думаю иногда о ничьей вещи. Особенно, когда краем глаза замечаю что-нибудь, что выглядит не так. Знаете, что-нибудь странное, грустное, ничье. Это случается все реже и реже. Может, просто ничьих вещей становится меньше? А может... Может, я просто перестал их замечать? Наверное, я просто слишком занят.